Украина провалила переговоры с МВФ, и причина – цены на газ. Такую новость сегодня сообщили украинские новости со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, во время последних переговоров в Вашингтоне глава Минфина заявил, что правительство не готово повышать цены на топливо как минимум до апреля. А в фонде требует стоимость увеличить на 17%, и причем с начала года. Теперь очередной транш Киев может ждать как минимум до весны.